Не ты наступил на куртку, надо ее тоже не намазать. Я ее так, как раз нормально. Со спины страхует кто-нибудь? На этих кадрах видно, как из оврага бережно поднимает 87-летнюю жительницу села Большое Кузьмино. Утром 23 числа она ушла из своего дома и не вернулась. Дочь хватилась ее практически сразу, но почти сутки родственники надеялись сами найти пенсионерку. Безуспешно. Счет шел на часы и даже на минуты. Родня пропавшей обратилась в полицию. В итоге нашел ее участковый полицейский. Незамедлительно руководителем МВД России Ордатский были организованы поисковые мероприятия, в которых подключились и жители населенных пунктов, волонтеры, члены поисковых отрядов. По примету лесополосы, где пропала женщина, были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Около 6 часов вечера пропавшую удалось найти во враге. Как выяснилось, пенсионерка решила погулять в лесу. Шла по тропинке, поскользнулась и упала в яму. Выбраться самой не получилось. А спустя почти сутки женщина совсем обессилела и не могла даже встать. Ее передали в руки медиков. У этой истории счастливый конец благодаря оперативности поиска. Силовикам и сотрудникам МЧС помогали добровольцы и члены поисковых отрядов. Важно помнить, чем раньше обратиться за помощью, тем выше шанс спасти человека. А еще лучше не терять связи с родными, особенно если они уже в преклонном возрасте.